Сегодня мы будем с вами готовить вот такие вкуснейшие, красивые бутерброды кабачковые. Вот у меня тут три молодых кабачка. Мы их порежем на тулечки, на кружочки. Вот такие вот кружочки мы порежем. И большие, вот не сильно толстые, вот такие кружочки. Пока сторону ставим и еще порежем. Я уже разрезики делала. Небольшие такие, не сильно толстые. Потому что там сковорода у нас уже нагревается на плите. Нарезала я кабачки сюда в тарелочку. Вот в этой тарелочке я насыпала муку и насыпала соль. И перемешала. Вот у меня здесь мука с солью. Отставляем в сторонку. А вот здесь вот в этой чашечке мне я разбила два яйца, посыпала солью. Сейчас я вот так вот размотаю его. И пойдем жарить мы кабачки наши. Все, идем жарить. Вот. Сковородочка наша уже нагрелась. Берем наши кабачки. Целая тарелочка. Сначала мы наш кабачок, яйцо, так, раз, обмакнули, и в муку, еще один кабачок, раз, яйцо, и в муку, следующий так, перебьем муку, вот они в муке, вот так мы их обваляли, и выкладываем нашу сковородочку. Чугунная сковородочка наша семейная. И пусть они жарятся у нас. И продолжаем так же. Дальше один раз обмакнули яйцо. Потом муку. Потом мучки. Дожарили мы наши кабачки. Выкладываем последнюю партию. Вот они у нас такие зажаренные получились. Мы сейчас их выложим на тарелочку на нашу. Выкладываем. О, как хорошо поджарили. Так, сковородочку убираем. Стороночку несем. Вот они у нас такие получились. Смотрите, какие красивые. Ну, противень. Не стала мазать маслом, смазать никто не так масляное. И будем выкладывать наши обжаренные кабачки сюда на противень. Так. Выложим. Поглядим. Ровненько. Друг дружке. Выкладываем. Илочкой. Илочкой выложим. Будем нарезать помидорки кольцами. Берем, тоненько нарезаем. Как всегда у меня тоненько не получается. И будем выкладывать наши долечки. Вот сюда. На долечки из кабачков поверх. Еще. И выкладываем сюда. Смотрим. Какие у нас пахнет. Поменьше. Вот. Еще одна долечка. Еще порежем помидорку нашу. Выложили мы кольца помидорок наших на кабачки. Теперь вот у меня здесь, видите, я на руби, в общем, нарезала чесночок. Я его бритвой подсолила, перемешала. Теперь мы будем вот сюда на наши помидорки так разравнивать ложим чесночок. Вот так, помаленечку, чтобы хватило всем помидоркам нашего чесночка. Вот. Ну, еще и разравниваем вот так вот. Все наши помидорки. Много не надо, то он тоже такой.
Будет внука. Кисночка. Вот. Хорошо мы размазываем. Даже еще тазик, чесночок. Ну, ничего страшного, моим делам пригодится. Вот я, видите, как выложила чесночок. Теперь берем наши кабачочки. Вот у нас. И еще накладываем поверх. Сюда. Берем вот так вот. Возьмем, чтобы побыстренько. И будем выкладывать. Смотреть. Да нам еще положить. Это все. Счастье. Счастье. Вот так вот. И ложим поверх. Маленько нам не хватило кабачков. Ну ничего страшного. Вот здесь у меня натертый сыр. И будем обсыпать наши кабачочки. Здесь нету еще кабачка. Мы хорошо присыпаем сыром. Не жалеем сыр. Вот свой рот это все. Маленько пододвинемся. Так, ребята, пододвигаемся от краешку. Так, разравниваем. Вот ровненько было. И присыпаем сыром сверху. Вот, красиво будет. Не жалеем сырок. Пусть они у нас в сыре будут. Сырные наши кабачочки. Сыру много не бывает, так же как масло. Вот сколько много прямо. А то он расплавится, там вообще ничего не видно. Видите, сколько много насыпало. Идем наш листик на тумбочку. Поехали. Открываем духовочку. О, духовочка уже нагрелась. Я поставила на 150 градусов, но я сейчас прибавлю. Побольше еще сделаю. Градусов на 170. И будем ждать, когда расплавится наш сыр. Тогда будет сотрудница наша. Готовы, ждем. Выключаю я духовку. Все уже. Выключила. И вытаскиваем наш противень из духовочки. О, видите, какие расплавился сыр, какие получились у нас бутербродики. Берем нашу лопатку и выкладываем по порядочку. Так, выложим, чтобы хватило. Где? Да, еще. Выложим. Красотень нашу. Кабачковые бутербродики наши уже готовы. Мы присыпем зелень. Можно любую. Я вот укропчиком присыплю вот так вот. Произвольно присыпаем. Где пусто, где густо. Так, присыпаем. Их можно есть, конечно, и горячими, но мне нравится, они когда остывают. Вообще холодные я люблю. Кабачки холодные. И так вкуснее нравится. Все. Наши бутерброды кабачковые готовы. Всем пока-пока.